конечно, за ужин, но... Я же знаю, когда рыба свежая, а та была не свежая. Так что... Флэш, живо тачку и телефон. Сэр, вообще-то это тачка моего отца, я не могу. Алло, Мэтт, эй, ты слышишь? Говори. Слушай, ты должен отследить мой телефон. Да, но где он? Гениально. Так, он свернул на Джексон-авеню. Эй, где на этой штуке включаются фары? Я в тачке Флэша. Сейчас проверю. Ты на громкой связи. Стырил у Флэша тачку. Супер. Да, супер. Просто... С дороги, разойдитесь. Питер, ты цел? Я никогда не водил. Только с моей на парковках. Это не то же самое. Эй, ты дозвонился до Хэппи? И да, я пытаюсь взломать телефонную систему. Я гений! Взлет через 9 минут. Алло, алло! О, кто это? Мистер Хэппи, я Нед. Кто? Напарник Питера Паркера, у него важные сведения. Да ты издеваешься! Зануда! Эй, Нед, ты разобрался с фарами? Поверни ручку слева от руля по часовой стрелке. Слева, ясно! Супер! Где сейчас мой телефон? Остановился в промзоне в Бруклине. Что? Не понимаю, он собирался уехать из города! Странно, я звонил мистеру Хэппи. Похоже, ты его бесишь. И, по-моему, он собирался на рейс. Он сказал что-то про взлет через 9 минут. Что? А вокруг него были коробки. Коробки? Переезд! Сегодня переезд! Он ограбит самолет! Нужно помешать ему! Взлетаем через 8 минут. Осталось загрузить старую броню Тони Халпестер, прототип нового щита Кэпа, да и Мэггин... Короче, поезд Тора. Помедленнее. Ты подъезжаешь. Он справа. Что? Направо, направо! Питер, ты цел? Да. Пытайся дозвониться до Хэппи. Это была честь для меня. Что ты здесь делаешь? Там танцы. Я смотрю порно.